Все вы слышали про мифы и легенды бандитского Петербурга. И мы решили взглянуть на них немножко под другим ракурсом. История началась во время одного из саб-фестивалей, который организовал наш портал. Один из участников уронил в воду мобильный телефон, и когда мы пригласили водолаза, чтобы его достать, вместе с телефоном он достал весьма интересную находку. Это были часы с гравировкой. На гравировке было звание и фамилия владельца часов, а звание ни много ни мало контр-адмирал. Мы тоже решили погрузиться на дно фонтанки. И погрузившись, мы увидели много предметов, характерных для лихих 90-х. Мы нашли старый ржавый обрез, пистолет, кастет, который, очевидно, был выброшен с моста ребятами из какой-то группировки. И даже пушечное ядро. Вряд ли им пользовались бандиты 90-х, но, тем не менее, эта находка нас очень порадовала. Да. Где пролеты, вот смотри, там все летит, и вот здесь закручивается. Да, 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 за этим. Сюда раз засело, раз засело. Мы искренне уверены в том, что наш проект будет продолжаться, и мы расскажем и покажем вам удивительные кадры со дна реки Фонтанки еще неоднократно. Вообще интересные штуки. Это точно снаряд, здесь снаряд обыкновенный. Вот это вещь.